упаковки. Все знают, там все написано, не буду сейчас подробно говорить. Хочу сказать вот этому залу сегодня огромное спасибо, поклон, и играть в таком антураже очень приятно. Спасибо публике, которая сюда приходит. Спасибо музыкантам, спасибо Ивете и Томасу, спасибо Третьяковской галерее, кого забыл, простите. Низкий поклон нам, просто невероятное счастье, вот процесс подготовки, репетиции, вот концерт. Ну, ты прямо чувствуешь, что живешь именно в тот момент, когда мы делаем этот фестиваль. Сейчас мы вам сыграем на бис, что-то, что вообще нельзя играть на бис абсолютно, это музыка Астора Пинцова, потому что люди говорят обычно, ну, хороший был концерт, хороший фестиваль. Ну, вот Пинцова в конце вообще, вот чтобы такого не было, мы обычно не играем. Но дело в том, что с таким предложением вышел Фредди, мало того, он предложил сыграть то произведение, которое я бы лично законодательно просто запретил исполнять, Либертанго, но мы ему не могли отказать, и с огромным удовольствием сейчас вам, так сказать, сделаем такой небольшой еще кусочек.